Телеканал АТВ представляет прогноз погоды на 2 августа. Я Олег Шигнанов, буду вашим Гиппократом в мире погоды. Всем здравствуйте. В республике сохранится неустойчивая погода. В большинстве районов кратковременные дожди, грозы, ливни. Ветер переменный 4,9 при грозах до 17 метров в секунду. Температура воздуха по северным районам ночью минимальная плюс 10, местами до плюс 6. Днем 24 тепла. По центральным районам ночью плюс 13-18, по юго-западу до плюс 9, днем 24 тепла. По южным районам ночью плюс 16, днем до 21 тепла. В городе Улан-Удэ временами дождь, возможно гроза, ветер переменный 6-11 метров в секунду, при грозе порывистый. Температура ночью плюс 17, максимально днем 26 тепла. Атмосферное давление существенно не изменится. Швейцарские экономисты доказали, что курильщики не увеличивают расходы на здравоохранение. Чрезмерные расходы государства на поддержку здоровья курильщиков с избытком компенсируются сокращением расходов пенсионных фондов. Курильщики просто раньше умирают. Ведь дым сигареты – это результат более 4000 химических реакций. Это был прогноз погоды на Первом альтернативном. С вами был Олег Шигнанов. Помните, что вторая молодость приходит к тем, кто первую сберег.